Кадастровая палата напоминает, что перед приобретением земельного участка желательно проверить, не находится ли он в зоне с особыми условиями использования территории, потому как обладание таким участком накладывает на собственника ряд ограничений. К зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарно-защитные, водоохранные, также прибрежные защитные полосы, зоны объектов культурного наследия Российской Федерации, то есть памятники истории и культуры и так далее. Приобретая земельный участок, нужно помнить, что он может ограничить или находиться в одной из таких зон с особыми условиями использования территории. А это значит, что владельцу участка придется соблюдать ряд ограничений, установленных для конкретной зоны. В отдельных случаях, вплоть даже до невозможности строительства здесь капитальных сооружений. Таким образом, заключая сделку на покупку земли, не лишним будет уточнить всю интересующую вас информацию об ограничениях и обременениях на ее использование у пока еще действующего хозяина. Кроме того, приобретая объект недвижимости, следует самостоятельно проверить данные о вхождении его в зону с особыми условиями использования территории. Такую информацию можно получить, заказав выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.